Уважаемые друзья, здравствуйте. Мы сейчас ознакомим вас с агробиологическими особенностями гибрида томата под названием «Добрая фея». Это скороспелый детерминантный гибрид томата для выращивания как в условиях открытого грунта, также прекрасно подходит для выращивания в условиях защищенного грунта. Изначально, конечно, защищенный грунт, но, тем не менее, в открытом грунте, особенно в условиях юга, прекрасно адаптирован, растет, плодоносит и формирует вот такие красивые кисти с такими красивыми плодами сливовидной формы. Этот детерминантный гибрид достигает высоту до 100 сантиметров, но за счет побегозамещения можно формировать растение полудетерминантную форму, и в этом случае растение может достичь высоты 1,5 метра, 1,60 м, 1,70 м, ограничим рост, получается около 1 метра. И вот, тем не менее, вот на растении формируются вот такие прекрасные кисти, очень плотными, довольно крупными плодами, средняя масса плода вот здесь 80, 100, 120, даже может быть 150 грамм. Плоды сливовидной формы с характерным незначительным носиком на растении. В фазе технической спелости они светло-зеленые, без пятна. В фазе биологической спелости они насыщены красной окраской, и пятна в плодах отсутствуют полностью. Плоды довольно плотные, естественно, предназначены для цельноплодного консервирования, для салатного назначения. Плоды можно, кстати, консервировать как в фазе биологической спелости, как в фазе технической спелости. Получается очень вкусная закуска в смеси различными чесноком или с базиликом. Кисти простые, но на растении может формироваться в отдельных случаях уже и кисти промежуточного типа. Число плодов на растении значительно увеличивается. Зависит от температурного фактора во время развития формирования по уровню растений. Температурного фактора. То есть на растении может быть как простые кисти, так и промежуточного типа. Прекрасно подходит для цельноплодного консервирования, для салатного назначения, в связи с тем, что вот плоды такие довольно плотные, сливовидные формы, с высоким содержанием сухого вещества. Гибрид томата «Добрая фея», раннеспелый, детерминантный. Растение можно формировать в 1 или 2 стебля. Гибрид очень продуктивный, с очень хорошей завязываемостью плодов, буквально до высокого уровня. Ну, видите, вот детерминантный гибрид отличается от индетом тем, что они свой рост заканчивают вот цветочной кистью. За счет бокового побега, например, можно вот здесь оставить вот этот боковой побег полимощный, и может быть продолжен рост самих растений и достигнет определенной высоты. Плоды очень плотные, очень красивые, прекрасно подходит для не очень габаритных теплиц, в связи с тем, что достигает высоту максимум 1-1,50 м, в случае, если мы их за счет бокового побега замещения можем увеличить высоту растений. Естественно, это тоже дает нам дополнительный урожай. Добрая фея, очень красивый гибрид, высокоурожайный, раннеспелый, до самого верхнего яруса плоды практически одинакового размера. Вот здесь растение сформировано 2 стебля, можете заметить, видите, вот 2 стебля, и в каждом стебле здесь сформированы плоды вот одинакового размера. Густотостояние растений данного гибрида — это около 4,5-5 растений на единицу площади. Это означает 70/30, 65/30 или 65/35. Оптимальное густотостояние растений, когда растения будут полностью проявлять характерные для данного гибрида признаки, свойства. Гибрид «Добрая фея» очень красивыми сливовидными плодами. Средняя масса плода может быть 80, 100, 120 граммов. Отдельные плоды, даже отдельные, может быть, в зависимости от агротехники, 150 грамм. Вся изменчивость, конечно, характерна для любого сорта гибрида, в зависимости от агротехники, от биотических факторов, температуры, освещения и так далее.